В начале 2018 года в Беларуси в тестовом режиме была запущена специальная программа «Информационная система для сбора данных о доходах жителей страны». Ее заполнением занимаются налоговые органы, а данные обязаны предоставлять работодатели, организации или индивидуальные предприниматели. С 1 января 2019 года на налоговых агентов, то есть организации индивидуальных предпринимателей, которые выплачивают доходы физическим лицам, возложена обязанность по ежеквартальному предоставлению сведений о доходах, полученных физическими лицами. Ознакомиться с базой данных и принять участие в ее тестировании налоговые агенты могут уже сегодня. Система доступна на сайте Министерства по налогам и сборам. В справке помимо ФИО работника нанимателю необходимо указать пол, дату рождения, гражданство и ставку подоходного налога. Налоговые агенты обязаны подавать справку о доходах физических лиц в электронном виде с цифровой подписью. Подача такой данной справки возможна двумя путями. Посредством электронной программы «Налоговый агент», которую можно скачать на сайте Министерства по налогам и сборам. Она позволяет на основе введенной организацией информации о доходах физических лиц сформировать электронный документ требуемого формата, а также посредством размещения информации через личный кабинет, доступ к которому осуществляется с помощью электронной цифровой подписи. Акцентируем, в полную силу программа начнет работать с 1 января 2019 года. С этого же периода для налоговых агентов станет обязательным ежеквартальное составление и отправка в налоговые органы справок о доходах работников по установленному образцу. Сегодня программа тестируется, и ее разработчики ждут замечаний и предложений, касающихся усовершенствования системы. Адрес для писем можно найти на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.